театр «Ровесник» в Самарской губернии. И театр отмечает 170-летие вместе с Самарской губернией. Театр хранит традиции великих режиссеров. Ведущий мастер сцены Государственного бюджетного учреждения культуры Самарский академический театр драмы имени Максима Горького Жанна Анатольевна Надеждина Романенко! Я хотела немножко удивить и себя, и зрителей, и режиссеров. Господи, прости. Прости меня, что я без твоего ведома, без разрешения отправляюсь к тебе в гости. Я вся выкладываюсь, и я достаточно, недостаточно, а просто до конца искренне со зрительным залом. Предлагалось театру подарить новый автомобиль, минивэн, подарить создание новой творческой лаборатории. Поскольку мы не смогли определиться, мы дарим все. С юбилеем! Будьте здоровы, будьте счастливы и дарите это счастье всем жителям Самарской области.